девчонки, всем большой привет. Мы сейчас идем все вместе за Анютой в школу. Илья заберет у нее портфель и вместе с Яной пойдет домой. Но мы с Анютой поедем к стоматологу. Подошла наша запись. Записывалась я где-то неделю назад. Вот, пойдем. Посмотрит она наши пластины, которые у нас стоят на нижней челюсти. И, скорее всего, будет делать слепок на верхнюю, потому что она нам так и говорила, придете через месяц, я посмотрю, есть ли изменения, и надо нам ставить еще и на верхнюю. Ну, пластину будет изготавливать где-то еще месяц, наверное. Сейчас нам надо самое главное, чтобы она сделала нам слепок. Записалась на 6:30 аж вечера, потому что после школы Анюта сегодня заканчивает 4:30. Пока мы туда доедем, пройдет где-то 2 часа. Как раз будет час пик, все будут ехать с работы, будут пробки. Поэтому я специально заранее все предусмотрела. Со шкафами мы до сих пор еще мучаемся. Мы уже прикрутили дверцы. Осталось прикрутить ручки и сделать полки. Пока мы их не устанавливаем на свои места, потому что у нас еще не высохла замазка, мы еще там ничего не заклеивали. Вот Илья сказал, не нужно торопиться, нужно будет подождать, пока все это полностью высохнет, и уже после этого все окончательно ставить. Шкафы у нас, в принципе, готовы, а их только надо будет еще скрепить между друг другом, чтобы они устойчиво стояли. Ну и я, конечно же, уже вся в нетерпении жду и жду, но пока очень медленно это движется процесс. У нас то одно, то другое, то третье. Ну ладно, не будем торопиться. Я просто уже хочу, чтобы был порядок в квартире. Все лежало по своим местам. И все. Потом уже будет следующий этап. Пока я шла, снимала. Шла медленно. Илья уже приехал на качели с Яной. И она уже тут катается. Все. Пока я дойду. Че, пойдемте? Правда? Хорошо, тепло. Точно. Проходим сейчас мимо двора. Посмотрите, какая красота. Какая красивая клумба яркая. Анюта уже возле меня булочку кушает. Мы идем на остановку. Вкусно. Как прошла неделя? Хорошо. Хорошо. Все, наконец-то мы приехали. Ехали очень долго. Купили мы детишкам шары Лол. Как они называются? Давай просвети всех, а то мамы не в курсе. Ну, питомцы или что это? А я не знаю, это может быть и питомцы. Может, да? Ну, сказали нам, что питомцы. Аню, ты помоги ей открыть тоже. За хорошее поведение, за порядок в шкафу. Посмотрите, девочки, какой у нас идеальный здесь порядок. Анюта у нас целых 2 недели старалась, наводила порядок. Сейчас Анюта тебе поможет открыть. Довольная? Будете сейчас собирать, да? Начинается. Анют, они абсолютно одинаковые. Да. Аккуратно, аккуратно. Посмотрите, какая у нас тут баррикада. Папа соорудил из коробок. Рич, а тебе что там надо? Там, где шелестит, да? Мне очень нравится. Очень нравится? Могу. Открывайся. Сюрпризы.
побелила мне голову? Мы сейчас с Ильей идем на остановку по улице одной из главных в Краснодаре. Посмотрите, тут помимо тротуара сделали отдельно, делают, еще не доделали, дорожку для велосипедистов, да, и всяких, наверное, самокатчиков, потому что здесь таких много, пока ее еще не открыли. Ну, а мы идем на остановку Тургенева и поедем сейчас в Икею. Доехали на автобусе обычном с нашего района, а теперь идем на бесплатный, который идет как раз до Икеи. Нам надо будет докупить то, что мы не докупили. Полочки, штанги. Их сегодня должны... Нет, вчера должны были их привезти сегодня. Я думаю, они уже будут. Сейчас ходим, выбираем обувницу, думаем, какую взять, и также зеркало в прихожую. Вот это вот, конечно, большое. Я изучала на сайте, когда информацию смотрела на него, но у него 80 сантиметров. То есть оно будет очень большое. Сейчас надо что-то поменьше найти и также обувницу. Посмотрите, девчонки, хотела вам показать. Шкаф-купе стоит, и в нем вот наподобие, как я вот сделала, зона такая хозяйственная, хранение. Тут обувь, а внизу, смотрите, пылесос, в контейнерах всякие коврики, мешочки, всякие чистящие средства, утюг. Вот как все распределено. Вот этот вот контейнер как раз сюда отлично подошел. Вот мне надо такой наподобие, наверное, чтобы все умещалось. Шкаф мы уже в прихожую выбрали. Сделали также на заказ из всяких составляющих. Вот, называется обкус. Сейчас будем подбирать к нему обувницу. Мы сейчас решили еще зайти в Леруа Мерлен. Посмотреть еще тут, какой ассортимент мебели прихожих. Ну, а потом, если что, вернемся назад в Икею. Тут идти 5 минут. К Новому году уже елочки стоят, игрушки. Мы уже идем на кассу. Все выбрали. Идем на доставку оформлять, на кассу покупать. Свечи. Так, где Илья? Ого, какой большой цветок. Фикус. 2200. Живой. Зашли по пути в магазин Киаби, по-моему, так называется. И я себе хочу посмотреть тут куртку. Вот наподобие тут есть что-то, что я хочу, но оно, по-моему, теплое. Мне кажется, жарко будет сейчас ходить в них. Этот, кстати, мех тут отстегивается. Ой, как визжат там, а, дети. Ну вот потоньше. Черное только. Это теплое совсем. Это тоже все теплое. Чем она? 3300. Коротенькая. Так, ну все, мы уже с
своем районе практически. Идем домой. Значит, все, что надо, мы сделали. Заказали мебель, привезут ее аж во вторник после обеда. Вот, потому что пока мы думали, пока мы что-то искали, выбирали, уже доставку мы свою профукали в понедельник и воскресенье. Поэтому осталось время только на вторник. Ну, как раз мы за это время все подготовим, заклеим все обои, все расставим по своим местам и будем ждать. Оформили сразу доставку, но подъем и сборку мы будем делать сами. Вот, заказали мы прихожую, как надо, по нашим размерам, белую, вот, и будем с нетерпением ее ждать. Так что вот так, сейчас идем домой, будем какой-нибудь фильмец смотреть и отдыхать. Завтра у нас много важных дел. Все, девчонки, буду на этом с вами прощаться. Всем пока-пока!